Всем привет! Сегодня у нас одинокая, но очень интересная посылочка. Это чехол для телефона. Такой чехол я заказываю первый раз. Необычной конструкции, необычного дизайна. Сейчас я вам все покажу. Упаковка надежная. И вот так выглядит этот чехол. Это на Xiaomi Redmi 4X. Но такой чехол, я думаю, есть на все модели. Можно найти на AliExpress на различные. Итак, смотрите, что он из себя представляет. Ну, очень прикольно вот это движение, переливание. И при каждом, естественно, вашем его перевороте он будет вот так осыпаться, как, не знаю, как вот эти есть елочные или как там новогодние игрушки. Вот. Значит, есть они разных цветов там. Ну, то есть вот здесь более зеленый оттенок, есть там другие синие, красные. И наполненность тоже есть у них разная. Здесь больше вот сердечки, меньше звездочек. Вот. Ну и пыль вот эта цветная. А есть такой более больше звездочек. Ну, может, какие-то еще фигурки, я так сильно не рассматривал. Ну вот так. Тут получается, что он немножко, конечно, толще, чем обычный, так как вот эта часть, ну так сделано, что там же должен находиться вот это весь этот состав. Вот. Ну так, края мягкие, вот эта часть задняя немножко такая плотненькая, а края мягкие. Телефон он утолщит, конечно, этот чехол, но я думаю, такой вот вид внешний того стоит. Очень прикольно. Но дети, наверное, будут вообще в восторге. Ну все, я думаю, достаточно. И сразу вдогонку к тому чехлу пришел еще один, еще не успел выложить видео. Объединим их в одно. Этот чехол на ту же модель, тоже на Xiaomi Redmi 4X. Вот, 4X. Я заказывал уже такие чехлы на разные модели. Все они выглядят примерно одинаково. Пластиковая основа. Здесь магнит. Пленка. Здесь стекло. Здесь пусто. Так, вот такой чехол. Тоже оба чехла этих на Xiaomi Redmi 4X. Естественно, на странице заказа есть разные цвета и на разные модели такие же чехлы. Все, спасибо за внимание, всем пока.